Всем привет! Селезень мой тоже с вами здоровается. Такого не было у нас никогда, но, наверное, с наступлением зимы, наверное, с этим связано. У нас вот я вижу, что очень низко начали опускаться орлы. Поправили, поставила. Подобрали. Так, и одним словом, уточки мои боятся вообще заходить сюда, на эту территорию. Зангуч у меня днем привязан. Я вот чувствую, что мне надо будет его даже днем оставлять. Потому что пару дней назад я видела, как я не успела разглядеть то ли орел, то ли еще что-то, но какая-то хищный сокол, по-моему, больше на сокола, потому что по размерам кидается на моих кур. Куры у меня вот как напуганные, вот туда-сюда бегают, и я не могу понять, что это такое. И тут Зангуч начал очень сильно лаять. Подошла поближе, я смотрю, вцепился когтями вот сбоку в мою курочку. Я в шоке. Как-то летом я находила скелетики тут вот цельные, бывают неразделанные. Я еще спрашивала, а что это такое, кто это? И даже в голову мне не пришло. Есть у нас люди, которые живут вон выше нас. И очень часто я от этих женщин слышу, что не могут содержать кур и птицу из-за орлов. Но тут и соколы, я поняла, что есть. Одним словом, напуганы так же, как и эти мои утки. И вот, прокомментируй, пожалуйста, динозаврик, что было? Так они и тебя утащат, ты-то у нас легкий. Наверное, надо будет их еще раз проглистогонить. Расскажи, что было? Что были, сладкие, что было? Не было ничего, да? Вот жалуются, что-то рассказывают. Одним словом, сюда не переходят, вообще не заходят мои уточки, ни курочки. А тут-то территория большая, открытое место. Видите, там дальше еще больше. И вот, видно, они боятся. И вот они все в этой грязи возятся. Не могу понять, что такое. Так, сейчас обед у нас. Мы сами пообедали. И я прибежала. В одно и в то же время пытаюсь я своих телочек кормить. Пришла покормить их. Вы тоже видели, да? Видели? Видели, видели. Изолировала я. Уже который раз я пересаживаю своих курочек вот сюда. И уже тут хорошо, тепло, хорошо. Утки их обижают. А тут они спокойненько могут покушать. Вот мои уточки не хотят кукурузы. Дробленки, конечно, они у меня едят лучше всего. Но дробленки очень много уходят. И вот эту вот кормушку я сюда перекидываю курочкам, когда иду, когда обратно уже ставлю обратно своим уткам. Вот так вот я тут и хожу целый день туда-сюда. Вот сейчас покушают эти и обратно поставлю уткам. Так, ну что у меня нового? Телочки растут. Очень хочу прикупить телят. Очень дорогие телята. И главное, были бы они хорошие. Они местные. Порода местная. Поэтому таких прям привесов они давать не будут. И действительно, думаю, правильно муж говорит, надо купить
породистого, хорошего бычка. Посмотреть, что, как он будет у нас тут. Потом еще уже брать таких породистых, хороших. Айширов, айширская порода. Кто там еще? Сементалы. Я уже с который день сижу в Ютубе, изучаю все породы. Выкинула я им, уточкам своим, утятам. Но они молодые, еще не умеют. Все это оставили. Все практически оставили. Но они подъедят. До вечера тут уже ничего не будет. Вот такие у меня новости. Каждый день одно и то же. Вон они улеглись. На солнышке у нас утром такой мороз был. Очень было холодно. А потом раз и прояснилось солнышко и тепло. Вот так вот. Всем пока, до свидания. Всем добра и здоровья.